почта действует исключительно в зоне своей ответственности. И заставить людей не совершать ошибки ее работники не могут, хоть и пытаются. Белпочта никогда не требует срочно подтвердить свой адрес, внести дополнительную плату и никого не принуждает что-то забирать из своих отделений. Если человеку приходит СМС с угрозами штрафов за отказ забрать незаказанную посылку или немедленно подтвердить домашний адрес, это мошенники. И почта за действия как отправителя, так и получателя в этом случае ответственности не несет. Каждый раз, когда от имени Белпочты начинают рассылать спам, требование уточнить личные сведения на каких-то сайтах, ввести данные своей банковской карты или немедленно забрать посылку, сотрудники оператора выступают с предупреждением о том, что не имеют к этим требованиям отношения. Но долетают эти предупреждения не до всех. Белпочта – это оператор связи, а не следственный комитет.